5 интересных факторов о пользе гречки, которые вы не знали. По содержанию незаменимых аминокислот, белок гречихи приближается к продуктам животного происхождения и потому считается равноценной заменой мяса. При этом усваивается греча намного лучше. Греча стабилизирует уровень сахара в крови. После употребления гречневой каши в пищу уровень сахара повышается медленно, а не скачкообразно, как при употреблении других углеводосодержащих продуктов. Гречневая крупа богата фолиевой кислотой, которая способствует повышению общей устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды. Гречиха – экологически чистый продукт. Это едва ли не единственное растение, которое не удалось геномодифицировать. Всевозможных нитратов, пестицидов, гербицидов гречи нет. Это растение просто не нуждается в химикатах. Оно прекрасно развивается без удобрений, а с сорняками и вредителями справляется без посторонней помощи. Одним из важнейших свойств гречневой крупы является защита от рака. Благодаря содержащимся в ее составе флавонидам, гречка препятствует росту опухолей. Это особенно важно при современной экологической обстановке. Помимо противораковых свойств, употребление гречки снижает риск тромбоза, способствует очищению сосудов от плохого холестерина и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Вместе мы сила, друзья. Всех обнял.